Ветерану омской классической борьбы, заслуженному работнику физической культуры России Петру Крысову 80. В свой день рождения на ковре детско-юношеской спортивной школы номер 19 известный омский наставник провел для лучших представителей греко-римской борьбы региона мастер-класс. Помогли ему в этом чемпион СССР Николай Коваленко и трехкратный обладатель Кубка мира Сергей Голубович. Мастер-класс, я считаю, очень хорошо прошел, почему узнали много нюансов новых, то есть тренера опытные показывали свои, так сказать, фишки, все эти мульки, то есть, ну, очень интересно, когда вот так вот собираемся, вот, тренера объясняют что-то новое для себя, подчеркиваешь, потом это нарабатывать и пробовать делать уже на соревнованиях. Какой он тренер? Вы знаете, он очень трудолюбивый. Он никогда не теряет веру в ребят. То есть, если видит то, что ребенок хочет стать чемпионом, он может до конца после тренировки оставаться, какие-то советы давать. То есть, он полностью вкладывает душу в ребят. Это стержень нашей школы, который вот сплачивает вокруг себя вот всех тренеров, преподавателей, ну и в частности и ребят. И поэтому у него очень большие результаты. То есть это на уровне первенства России, чемпионатов СССР боролись ребята и международных соревнований. В спортивный зал знаменитой школы Петра Ивановича пришли поздравить первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Андрей Хромов, а также представители городского департамента спорта и ветераны борьбы. Такой формат проведения дня рождения в мастер-классе, я могу сказать, это уникально на самом деле. Кстати, вы заметили, как он двигается, какие приемы он проводит? Какие 80 лет? Мы даже о них и не думаем, по сути дела. И когда он давал ответное слово, давайте жить. Вот это такой лозунг, который на самом деле, он соответствует всем. И ветеранам, и самое главное, молодежи. Столько людей пришло, которые меня знают. Время прошло, но тем не менее, люди пришли. И особенно вот дети, которых мы собрали здесь, поддержали меня с общества ранее «Спартак», а я был в «Воднике». Пришли они сейчас в центральной спортивной школе, пришли поддержать меня для проведения, помогли мне в этом. Будем уважать наше будущее сейчас, время, какое оно есть. Мы будем просто жить в нем.